глобальная задача – это научить студента, ученика учиться всю жизнь. Открыть его как бы потенциальные возможности, чтобы он сам поверил в себя и направить его, как бы вот, найти ему тропинку на эту вершину. Не подстраивать его под себя, как бы раскрыть его потенциал. И в этом плане, как бы вот, наверное, у каждого педагога свое видение, своя тропинка на эту вершину. И это хорошо. Хорошо, что разные педагоги и разные художники. Не обязательно все те студенты, которые заканчивают Цюриховский институт, становятся художниками. Нет. Это как вот мне пришлось услышать замечательное сравнение, как когда яблоня находится в цвету, она вся усыпана белыми цветами. А вдруг, когда приходит срок как бы яблоки, яблок-то не так уж и много. Поэтому так и в искусстве. Страсть к искусству, она вот движет его. Вот, и я часто привожу пример, когда вот начинают упрекать нынешних студентов, что он сейчас вот, они, это уже не то, там то-то-то. Значит, я говорю, друзья мои, вспомните себя, когда вы учились в Цюриховском институте. Да? Вспомните себя, какими вы были. И тут, если как бы раскрыть все карты, и нынешние студенты, те, которые действительно одержимы искусством, на голову выше нас, тех, которые мы учились. Просто изменилась форма жизни, все меняется. Как бы, но вот эта вот школа от этого не гаснет, не падает.